Здравствуйте! В эфире передача «Искусство потребления» и с вами я, Черномор Татьяна Айдаровна. Тема нашей сегодняшней передачи – душевые кабинки. И, как всегда, с места событий все расскажет мой коллега Роман. Роман? Да, здравствуйте, Татьяна! Итак, если вам нужна душевая кабинка, то вы обратились по адресу. В этом магазине представлен очень большой выбор душевых кабин. Пожалуйста, пройдемте со мной. Татьяна, за моей спиной шикарные душевые кабины, которые можно не только посмотреть, но еще и пожелать. Они настолько шикарные, что мне захотелось принять душ прямо здесь. Эй, девушка! Девушка! Может быть, ты с вами? Все занято. Где свободно? Занято! Татьяна? Кажется, я нашла свою кабинку. Передаваемые ощущения. Приходите поплаваем. Я жду вас в третьей кабинке справа.